В эфире прогноз погоды. Здравствуйте, с вами я, Мария Мордвинцева. 18 июня отмечают День мотоциклиста. Будьте осторожны на дорогах. Чуть позже я поделюсь с вами своей информацией об этом дне, а пока о погоде в Туле и области на ближайшую неделю. В Алексине столбик термометра покажет плюс 11, плюс 25. В Ефремове плюс 16, плюс 26. В Белеве плюс 13, плюс 27. В Новомосковске плюс 13, плюс 26. По прогнозам на ближайшую неделю температура в Туле будет колебаться от плюс 13 до плюс 26 градусов по Цельсию. Преимущественно ясно. Влажность воздуха составит 50-90%. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Магнитосфера Земли спокойная, магнитных бурь не ожидается. С этого дня начинаются самые короткие ночи, их называют воробьиными. Также в это время начинает расцветать сон-трава. На сегодня у меня вся информация о легкой вам трудовой неделе. С вами была я, Мария Мордвинцева. Увидимся с вами завтра в это же время. Сегодня, когда страна демонстрирует мощь, выступает гарантом мира и спокойствия, когда огромные силы брошены на перевооружение страны, служба в армии – выбор настоящих мужчин. Тех, кто не боится трудностей и смело смотрит вперед. В сложившейся политической обстановке мы должны продемонстрировать всему миру единство русского народа в стремлении защищать отчизну. Как отметил в своем послании наш президент Владимир Путин, в России создана современная высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей родине офицерский корпус. Верность слову и делу, честь и мужество, понимание долга и ответственности – эти качества были присущи не только героям Великой Отечественной войны. Сегодня их внуки и правнуки отдают свои жизни, выполняя воинский долг. Они становятся примером для новых поколений, примером верности данному слову, выбранному пути, присяге и воинскому долгу. Александр Прохоренко, Роман Филиппов, Олег Пешков. Таких военнослужащих нет и не будет ни в одной армии мира. Будем же достойны памяти героев России. Сохраним и приумножим славу нашей армии во имя мира и добра.